Всем привет, с вами ТДС, я начинаю проходить пятую часть Гарри Поттера, Гарри Поттер и Орден Феникса, так что начнем. Так, сложность стандарт, субтитры включены, все остальное у меня уже поставлено, так что пошли. Да. Большой Д. Пока, Большой Д. Завтра в то же время. Эй, Большой Д, опять лупишь малышей? Я, по крайней мере, не хнычу во сне. Ах, не убивайте Седрика. Ой, ай. О чем это ты? Эй. Что? Что ты делаешь? Ничего я не делаю. О, нет. Останови их! Так вот, теперь нам надо делать патронус. Надо просто прыгать мышкой во все стороны, как бешеный, просто... Вот так. И все. Экспекто патронум! Угроза сообществу магов? Он оборонялся. Привет, Гарри. Я вижу, члены Ордена сумели доставить тебя невредимым. Ага, только он собрал вещи. Пока, Гарри. Да, пока, Тонкс. Добро пожаловать на площадь Гримо 12, в штаб-квартиру Ордена Феникса. Ордена чего? Это тайное общество тех... кто сражался против Волан-де-Морта. Я тебе все здесь покажу. Что ты делал? Ничего особенного. Зато, похоже, у вас тут было интересно. Я бы не сказала. В основном мы помогали маме с уборкой. Миссис Уизли любит, чтобы все блестело. Ты мне не поможешь? В этой комнате нужно все передвинуть к стенам, чтобы мама могла вымыть пол. Не волнуйся, Гарри. Ты не у Дурслей. Можешь применить магию. Например, акцио... и до пульсо. Здорово! Вот только я пока не знаю этих заклинаний. А ты делай, как я. Сначала займемся акцио. Покажу на примере этого стула. Наведи палочку на стул. Сделай ею вот так. Потом скажи акцио. Это не стул, а кресло. Акцио. Вообще-то. Это все просто, ну, просто вниз ее делать. Теперь все. Еще раз. Так гораздо быстрее. Может, я даже успею все закончить до чая. Акцио служит для притягивания предметов, а депульса для их отталкивания. Нужно прицелиться, сделать вот такое движение волшебной палочкой и сказать депульсо. Депульсо. То же самое, только не вниз, а вверх. Хорошо. Очень просто. Давай дальше. Депульсо. Нужно передвинуть все эти вещи вон туда? Точно. Просто все депульсить. Так, это надо как раз так сделать. Так, давай ты это депульс. Я вот это задепульсю. Так, вначале акцию сделаю. И до пульса. Вот, отлично, супер. Спасибо. Теперь мамочка успокоится хотя бы на 5 минут. Ты не видела Рона или Гермиону? Они должны быть где-то здесь. Мама всем нашла занятие. Пойдем, поищем их. Увидимся, Джинни. Как провел лето? Нечего рассказывать, я все время был у Дурслей. Дамблдор заставил нас поклясться, что мы не будем писать.
Похоже, он считал, что так будет лучше. Он так рассердился, когда услышал о дементорах. Если бы я не застрял у Дурсли, может, этого и не случилось бы. Что, Гермиона, Молли и тебя загрузила домашними делами? Я разбираюсь с этим. Давай мы тебе поможем. Здесь нам пригодится репаро. Так, смотри на меня, укажи палочкой на то, что сломано. Потом сделай палочкой вот так и скажи репаро. Репаро! Тут надо вертеть по часовой стрелке. Репаро! Отлично! Это просто теперь очень... следующий предмет. О! Теперь мы быстро здесь приберемся. Давайте-ка приберемся здесь, пока Молли не начала причитать. Так. Давай, я помогу. Давай. О, Андущи. Да куда ты идешь? В другую сторону, я тебе говорю, идти. Слушай, как я тебе помогу? Ужасный беспорядок. Может, Кикимеру нужен помощник? Кикимер не допустит, чтобы в доме его любимой хозяйки объявился еще один эльф-домовик. А кто такой Кикимер? Худший образчик эльфа-домовика. Друзья наверняка будут рады тебя видеть. Идем, поищем их. Что случилось с дементорами? Я-то думал, что среди маглов тебе ничего не грозит. Хорошо, хоть Люпин научил тебя заклятию экспекта патроном. Да, мне повезло. Теперь меня исключат из Хогвартса за то, что я не позволил дементору поцеловать себя. Скоро вы вернетесь в Хогвартс. Навряд ли, мне еще вещи паковать. Давай мы тебе поможем. Теперь ты вещи не упакуешь, ты не пойдешь, да? Поднимающее заклинание. Смотри внимательно. Укажи палочкой на одежду и сделай ею вот так. Влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо. Вингардиум Левиоса. Теперь, когда одежда в воздухе, ее можно двигать вот так. Чтобы одежда упала в сундук, отмени действие заклинания. Проще ее двигать не мышкой, а клавиатурой. Как-то это более точно получается. Хорошо колдуешь. Хорошо, Гарри. Хорошо колдуешь. Ты все понял. Так, теперь убираем все остальное. Так. Вот так вот. Все. Спасибо. И как это вещи все время разбрасываются по всей комнате? Вингардиум Левиоса. Заклинание для перемещения предметов. Например, носков Рона подальше от собственного носа. Гермиона тут кое-что почитала. Она говорит, тебя не за что исключать. Ну да. Как там вообще оказались дементоры? Хороший вопрос. Мне надо идти на собрание Ордена. А ты, Гарри, оставайся здесь и дождись остальных. Гермиона просто там появилась. Так. Интересно, это важное собрание? Надо найти остальных. Добрый вечер. Здесь все закончено. Вас уже ждут. Это Дамблдор. Мы думаем об одном? Мы можем использовать мантию-невидимку, но удастся ли обеспечить охрану? Волан-де-Морт придает этому большое значение. Мы должны найти способ... Ты что, ты слышал? Про Волан-де-Морта и оружие. Наверное, оно может убить массу людей. Собранию конец. Живо в постель. Мама сейчас выйдет. Надеюсь, это у нас. Чем бы оно ни было. Да. Я уже почти... Пришел Гарри. 10-й зал, полный визингамот за то, что подросток применил магию. К порядку, к порядку. Кто за обвинительный приговор? Ну
Мы приветствуем преподавателя защиты от темных искусств, профессора Долорес Амбридж, которая... Спасибо, директор. Министр магии всегда полагал, что образование имеет жизненно важное значение. Нельзя поощрять прогресс ради прогресса. Мы должны Они поддерживать баланс Она была между на старым и новым. Чего сохранять не достойное Все это чушь собачья. Есть кое-что важное. Достойное лишь запрет. Благодарю, профессор Амбридж. И хочу сказать вам, добро пожаловать! Вот, вот мы и в Хогвартсе, наконец-то. Ура! Слушай, Рон, я за тебя рад, дружище. Теперь ты староста? Я никогда не думал, что буду старостой. Я думал, это будешь ты. Нет, от меня одни проблемы. Ну да, вроде того. Ладно, пойдем-ка лучше в гостиную. Да, пошли. А может и нет, может я вначале тут где-нибудь погуляю. Например, сюда сразу. О, МакГонагал, что ты? Я полагаю, вам следует быть на занятиях. Что же вы стоите? Ну не знаю, занятиях, не занятиях. Мне пока вроде занятий еще не было. Ну-ка, в виадук я смогу сейчас пройти. А нет, там Снэк стоит. Сделай это. Поттер, вы куда-то направляетесь? Как мне кажется, вы должны находиться в общей гостиной Гриффиндора и готовиться к очередному неудачному для вас семестру. Ну-ну, неудачному. Посмотрим, когда тебе придется поставить мне превосходно за... практикум, типа того, там, короче, ты еще пожалеешь о своих словах. Привет, Гарри! Между прочим, Хагрида здесь нет. Наверное, ушел на задание Ордена. Говори тише. Тише, тише, Джордж. Не то нас оштрафуют. Кстати, если ты не поторопишься, то у Гермионы испортится настроение. И что мы можем сделать? Похоже, он не блещет умом, а? Да, и сообразительностью тоже. Ах да, карта мародеров. Это переведено тупо. Он должен был сказать, я торжественно клянусь, что он не блещет умом. Тогда было бы понятно, от чего он понял, что он говорит про карту мародеров. А так-то вообще как-то непонятно. Тупо. Торжественно клянусь, что замышляю только шалость. Так. Шалость? Я могу и без этого, конечно, лучше все делать. Лучше поднимись наверх. Не опаздывай. Знаешь ведь Гермиону? Нет. Я не знаю. А кто это такая? Интересно, чем мы будем заниматься на уроках по уходу за магическими существами? Привет, Гарри. Привет, Джоу. Я просто хотела поздороваться. Хорошо провел лето? Я имею в виду, я слышала, что произошло и что тебя чуть не исключили. Это значок торнадо. Ты что, за них болеешь? Увидимся, Гарри. Так, надо идти на самый верх. За торнадо начали болеть только после того, как они победили в чемпионате. Пойдем. Куда вот он пошел? Мы там ничего хотим, нет. Гермиона нас дожидалась. В том месте там пусто, там вообще там ничего нет. Он туда просто так пошел. Ладно. Какое мне до него дело? Пойдем в гостиную. Вот так-то. Так, ладно. Пароль? Я его не знаю, а ты? Я думал, ты знаешь. Разве старостам пароль не сообщают? Ну да, что-то насчет. Но понимаешь, я не знаю, они столько всего болтали. Отлично. Ну и как же мы войдем? Нет пароля, нет входа. Да, конечно. Слушай, давай найдем кого-нибудь еще из Гриффиндора и спросим пароль. Да, как раз того чувака странного, который пошел непонятно. Привет. Куда? Знаете пароль для входа в гостиную? Мимбулус мимблетонием. Отлично. Вы прошли тест у своего старосты. А теперь шевелись, малявка. Окей. Пароль? Мимбулус мимблетония. Верно.
Мне пора навестить Виолетту. Где вы оба были? Взгляни на эту доску объявлений. Так. Да, развернись. И он назвал меня толстой дамой. Да, разумеется, я дама. Но вот он не кавалер и не джентльмен. Ох, Гарри, сделала открытие? Миртл, в общем, да, я нашел кое-что. Так это же и есть открытие, глупыш. По всему Хогвартсу можно найти много интересного. Поищи эти вещи. А вдруг мы найдем еще одну тайную комнату? Только полную пауков. Не пауков, а особенных вещей. Таких, которые большинство людей просто не видят. Значит, здесь есть еще одна тайная комната? Да, комната. Я узнала о ней, гуляя по канализации. Каждый раз, когда кто-то делает открытие, в этой комнате появляются особые вещи. Тайные. Класс! И где же этот зал наград? Вот так всегда. Спроси у Миртл, и она все расскажет. Это же секретная комната. Найдите ее сами. Это будет нетрудно. А на каникулах было... Поверить невозможно. Точно. Не верю, что по понедельникам у нас сдвоенное зелье варенье. Надо найти Невилла. Наверняка он не посмотрел расписание. А следующий урок – защита от темных искусств с этой Амбридж. Может, пора посмотреть на карту? Нет, не пора. Ничего не знаю. Вингардиум Левиоса! Так это мне не надо нас на самом деле. Депульсо! А ты знал, что так бывает? Так. Так. Что там, акция, что ли? Или депульса? Депульса. Меня обвинили в том, что я... Только посмотри на фон. Могли бы нарисовать книжную полку или бильярдный стол. Вон у него целое поле для квиддича. А у меня что? У тебя какая-то непонятная красная хрень. Мне пора навестить Виолетту. Портрет толстой дамы написан не маслом, да? Вот он тупой какой-то. В этом замке столько секретов. Я здесь уже столько лет, что и не сосчитать. И все равно не знаю всех тайн Хогвартса. Опять ты. Я хочу что-то показать тебе в нашей тайной комнате. Но не приводи с собой никого, ладно? Угу, сейчас. Ты тут мне еще условия будешь ставить? Так. Акцо! Депульсо! Так. Эй, ты. Вингардиум Левиоса! Привет. Так. Так. Ура! Я вот думаю, что бы со всем этим сделал. Ой, да мне не ты нужен. Гриффиндор. Мне не ты нужен. Мне нужны книжки. Ой, да что за фигня? С книжками что-то еще вроде можно сделать. Акция. У меня книжку надо как-то вроде ее притянуть вроде бы можно.